Добрый день. Сегодня проходит перформанс «Красный Гитлер» прямо в центре Москвы для того, чтобы выяснить отношение россиян к Гитлеру, для того, чтобы отношение выяснить к фашизму. И, ну, в общем-то, люди могут взаимодействовать, есть коробка, там есть различные инструменты, там можно его поджечь, можно, значит, выстричь что-то, можно нарисовать что-то, то есть можно делать все, что угодно с этим предметом. На самом деле это же не сам Гитлер, да, это его проявление, это его фотография, и вот она как-то отражается в сознании людей таким образом, что каждый хочет себя как-то выразить, что-то закрасить, кто-то вон Библию положил, как-то проявить себя из тех инструментов, которые есть в коробке. И получаешь какие-то новые эмоции.